Времени суток, рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть такую непростую тему, тему ответственности, потому что когда клиентка находится в позиции ребенка, то чтобы что-то случилось, начинается цепочка простраиваться того, что, собственно, должно произойти каким-то либо образом. И здесь возникает вопрос, собственно, а как оно само произойдет, собственно, как этого достичь, реализовать, то есть либо что-то делать, либо там переместиться в то место, где это происходит, либо сменить окружение, либо еще какие-то варианты. Вариантов очень много, может быть, каждый человек, клиентка накидает свои варианты. И здесь вот, собственно, в чем ваша ответственность в этом, собственно, направлении, в достижении этой цели. И здесь вот возникает, собственно, вопрос, что это от меня зависит, это от меня не зависит. И здесь вот, по сути, с этого вопроса может начаться дискуссия, даже не дискуссия, а исследование клиентки или клиента своего уровня ответственности. То есть можно разбить по блокам, по событиям, по шагам, которые требуются, и посмотреть, предложить клиенту поисследовать, насколько от него, от нее зависит результат. То есть прочувствовать вот это вот состояние, действительно ли есть какие-то варианты повлиять на те моменты, которые происходят, чтобы целевые какие-то вехи, они случились, произошли и сложился объем предпосылок для достижения целевого результата. Коллеги, я еще раз задам вопрос, а в чем ваша ответственность в достижении результата? Это примерно суть этой фразы. Всем добра, пока-пока.